доверились бы вы консультации врача по интернету, если была бы такая возможность? По интернету? Ну, в принципе, наверное, да. Потому что иногда бывают такие вопросы, которые, ну, не хочется бежать к доктору, а в принципе есть вопросы, которые можно решить и по телефону, и по интернету. Нет. А почему вы что надо сделать, чтобы вы доверились? Ну, надо личное общение. Наверное, нет, лучше лично. Как это по интернету? Ну, по скайпу еще я, может быть, да, если он где-то далеко, может, этот врач, можно, а так нет. С одной стороны, это очень хороший вариант для интровертов, которым не нравится общаться в реальной жизни, да и как будто можно больше выговориться. Но лично я вряд ли бы доверилась, потому что хочу более личного общения. Да. По-моему, лучше идти в поликлинику. Нет. Почему? Ну, потому что интернет, ну нет. Мне надо лично. Считаю, что с врачом надо общаться лично. Можно рассказать о всех болях и других жалобах. В интернете это будет не то. Да мне как-то все равно, если честно.